Сегодня один из самых старожитных городов Беларуси, Турау, означил 1040-годовый юбилей. Свято разгорнулось у историчном месте на Замковой горы. До урочистости упромерковали и подведение выников сельско-господарчего года у районе. На сцену поднялись передовики вытворчести и лепшие удельники уборочной кампании. Грамоты и подяки ему ручил старшиня Гомельского облвыканкама Геннадь Соловей. Еще одна частка урочистой церемонии – присвоение звания гоноровых громадянина Житковицкого района пяти выбитным жихарам и уродженцам. Сярод их – директор открытого акционерного товариства «Сатурн» Михаил Саскевич, ветеран Великой Отечественной войны Ганна Беляй, старшиня постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Беларуси Михаил Русы, был директор Житковицкой хлебной базы Константин Комар, основальник фольклорного коллектива «Межреча» Катярина Панченя. Свято протягивалось весь день. У программе забавы и почастунки на любой густ, выступления мясовых творчих коллективов. Тура у першиню сгадывается у оповести минулых годов у 980-м годе. У конце первого тысячегодия он стал политичным, экономичным и культурным центром Туровского князства. Развитию города сприяло географичное становище. Праз его проходил один из вариантов гандлевого шляху с варага у греки. У 1005 годе у Турове заснована христианская епархия. Миновито тут жил и творил поэт, философ, теолог и проповедник Кирилла Туровский. Вядомый город и найстаражитным помником славянского письменства Туровским Евангелием. Знакомитый и дивной з'явой, двумя гранитными крыжами, которые в прямом сенсе растут с земли. До их у Туров стекаются туристы и паломники из усяго света. А кроме того, в 16 краинах ведают и ценят знакомитые туровские сыры. Список узнагород мясового молочного комбината на Радиме додала премия «Бренд года 2019».